Спортсменки-красавицы к матчу готовы. В рамках регулярного чемпионата премьер-лиги состоялось подмосковное дерби. На паркет Дворца спорта «Видное» вышли наши баскетболистки, а противостоял им коллектив «Спартак» из Ногинска. Яркая, динамичная игра завязалась сразу. На протяжении первой десятиминутки команды демонстрировали примерно равную по силе игру и оказывали друг другу мощное сопротивление. Все команды сейчас ровные, поэтому каждое очко очень важно. Форма, я думаю, что неплохая и у той, и у другой команды. Будем теперь смотреть, кому будет сопутствовать удача и кто будет с большей самоотдачей играть в этой игре. Более точными и быстрыми стали видновчанки. Уже со второй четверти высокий процент реализации бросков позволил спартанкам вырваться вперед с большим преимуществом, и в дальнейшем игра шла под их диктовку. К тому же матч проходил при горячей поддержке трибун. Мне нравится, даже несмотря, что женский баскетбол, но он тоже очень красочен и интересен. Победа за кем сегодня будет? Ну, конечно, я всегда болею за свой родной клуб. Сейчас иностранки у всех уехали, у всех команд, поэтому будет смотреть гораздо интереснее, и интрига будет в каждом матче, поэтому я думаю, что в других матчах нужно судить про форму спортсменок. Победа сегодня будет? Естественно. Даже с большим разрывом, чем в 20 очков, я думаю. Итоговый счет встречи превзошел все ожидания болельщиков – 86-52. Это девятый успех видновских баскетболисток в регулярке и заявка на попадание в топ-5.